Здравствуйте, сегодня речь пойдет о помадках Giordano, made in USA, сделанные в США. Эти помадки я заказала на сайте cherryculture.com, и уже я заказывала такую одну помадку темно-бордовую, которая мне очень-очень-очень подошла. Сейчас я решила заказать другие цвета. Первый цвет, который я заказала, называется манго. Он меня привлек чем-то своим названием сочным, и я решила его заказать. 0,33. По стоимости одна помадка стоит $1.30. Очень недорого. Мне безумно понравилась помада. Я стала просто фанатом этой помады. Она пахнет такими очень нежным ароматом. Сейчас еще раз понюхаю. Очень приятно пахнет. Такую помаду просто реально хочется наносить и наносить снова и снова. Никогда я не чувствовала такого аромата именно в помадных изделиях, вот в помадах. И, конечно, я хотела бы еще пополнить и буду пополнять коллекцию этими помадами. Ну так вот, вот этот цвет манго, сейчас я сделаю сводчик. Это довольно-таки аппетитный манговый сок. Вот так вот выглядит сводч. То есть очень сочный, яркий. Сейчас в моде будут как раз такие апельсиновые цвета. И я хотела бы не попробовать именно оранжевый. До этого у меня оранжевый не вызывал никакого доверия. Но сейчас, возможно, так, слетела инсталляция. Вот, хотелось бы посмотреть, как на губах смотрится именно вот оранжевый оттенок. И обязательно буду летом употреблять и краситься вот таким сочным. Она долго достаточно держит, питает, увлажняет губы. Очень приятная помада. Очень советую, если будете заказывать на cherryculture.com, забрать свой экземпляр помады, купить. Обязательно попробовать. Просто миллиард оттенков, очень много оттенков. Попробуйте, там даже есть черный оттенок. Темно-фиолетовый, бордовый, красный. Шоколад, светлый шоколад, бежевые оттеночки. Эта помада как бальзам ложится, она совершенно не чувствуется на губах, не хочется ее там тут же содрать, снять. То есть она очень легкая. Дальнейшая помадка, вторая, это Chestnut, называется цвет. Так, да что такое сегодня, инсталляция падает моя. Giordano Made in USA, все то же самое, такая же серия Giordano. Значит, помадка называется Chestnut, это, кажется, орех. 106 номер. В общем, так вот выглядит. Очень приятный, шоколадный, мягкий оттеночек. С такой искристостью небольшой, не коричневый такой сильно, но и не светлый, то есть такой нечто такой средний шоколад. Сейчас сделаю сводчик, покажу. Небольшой шиммер имеют эти помады, небольшой такой. Приятная вещь, мне очень-очень понравилась. Так, это у нас ореховый номер. И еще я приобрела, как же я не могла не приобрести, мягкие тенюшки от фирмы La Splash. La Splash Cosmetics. Естественно, это вариант тенюшек с шиммером, то есть с блеском и с блестками. То есть, так сказать, два в одном. Приятное мерцание у этих мягких теней. Очень приятные. Несколько вариантов там видела. То есть это, получается, идут блестки уже на основе, которую можно использовать. То есть не нужно никакого клея. Вы просто наносите вот эти тенюшки, и они у вас держатся. То есть никуда не отлетают, не разлетаются.
ничего с ними не происходит. Что хочу еще сказать, что заметила по Cherry Culture. Например, у меня доставка получилась столько же, сколько и моя посылка. То есть это где-то у меня получилось 200 рублей всего заказ и примерно столько же доставка. Но это доставка из Америки. Вообще хочу сказать, что все-таки Cherry Culture, у них дорогая доставка. Вот, в общем-то, и весь обзорчик. Очень вам рекомендую эти помадки Giordano. Американская фирма. Очень понравились. Безумный аромат, запах, качество. Очень все по приемлемой цене. Ну все, мои модные пончики. Всем пока.